Вы никогда не угадаете, за что я люблю компанию Lenovo. Конечно же, сейчас хлынет волна высказываний относительно качества, цены и дизайна. Да, это очень хорошо, но самое главное для роста над собой – это изобретательность. И Lenovo в этом плане удается каждый день усовершенствоваться. Вот к нам на обзор попал интересный телефон Lenovo S90T. Мы не будем утверждать, что это копия iPhone 6, как говорят в интернете, но определенное сходство с продуктами яблочной компании есть. Хотя если смотреть более глобально, то явных признаков копирования практически и нет, так как современные телефоны имеют в общих чертах одинаковый дизайн и похожие характеристики, и Apple в этом плане не исключение. Упакован телефон в красно-белую картонную коробку. Комплектация стандартная. Наушники, блок зарядного устройства, кабель USB и скрепка. Производитель также не забыл положить документацию. Телефон выглядит стильно, сразу же в глаза бросаются закругленные края, серебристый цвет и, конечно же, светлая полоска внизу телефона. Лицевая часть смартфона представлена большим экраном. Сверху разместились датчики освещения и приближения, фронтальная камера, разговорный динамик и, что довольно неожиданно, вспышка. Под экраном находятся кнопки управления, которые довольно хорошо подсвечиваются. Нижний торец состоит из разъема USB, микрофона и решетки основного динамика. На верхнем же торце мы увидим вход для наушников и микрофон шумоподавления. С левой стороны есть лоток для двух сим-карт. Следует заметить, что они неравнозначные, одна 2G, другая мультистандартная. Корпус смартфона металлический с пластиковыми вставками. Справа качелька громкости и кнопка включения. С обратной стороны на левом верхнем углу разместилась основная камера и вспышка. Телефон довольно удобно держать в руке. Материалы приятные на ощупь. Насыщенные и яркие цвета. Так можно описать экран Lenovo S90T. Все это благодаря 5-дюймовой Super AMOLED матрице разрешением 1280 на 720 точек. Запаса яркости хватает даже для работы при ярком внешнем освещении на улице. Автоматическая регулировка яркости работает неплохо. Углы обзора замечательные, при наклоне цвета не искажаются, а остаются такими же живыми. Также присутствует мультитач на 5 касаний. В S90T установлена Android версии 4.4.4. Используется современная оболочка Vibe UI 2.0 от Lenovo, которая зарекомендовала себя среди пользователей только с позитивной стороны, благодаря удобному управлению. Есть достаточное количество предустановленных полезных приложений. Сердцем в смартфоне выступает 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 с графическим сопроцессором Adreno 306. Оперативной памяти всего 1 ГБ, встроенной 16 ГБ. Слот для карт памяти не предусмотрен, но это можно сказать мелочь, так как сейчас появилось множество облачных мультимедийных сервисов, как платных, так и бесплатных. Так что в скором времени, наверное, необходимость в локальном хранении полностью информации отпадет. Но об этом мы расскажем в следующих сюжетах. Аккумулятор имеет емкость 2300 мАч, чего будет достаточно на полноценный день интенсивной работы. В телефоне предусмотрен режим энергосбережения, благодаря которому можно продержаться на плаву еще один день. Как только к нам попал смартфон, мы сразу же установили приложение Instagram, чтобы опубликовать свеженькие селфи. Как видим, результат не заставил долго ждать, и через минуту появились первые лайки. ВКонтакте и Facebook работают на телефоне превосходно. Для оценки производительности смартфона и сравнения его с конкурентами мы провели маленькое тестирование. В AnTuTu устройство набрало 19 740 баллов, а тест Nenomark показал 52,7 FPS. Результаты, как у среднестатистического смартфона. Забить объемную память телефона играми не удалось, как бы мы этого не хотели, но пару десятков перепробовали на деле. Потом начальство сказало, что хватит играть, и пришлось все удалить. Телефон имеет на борту GPS-модуль, Bluetooth 4.0 Low Energy, Wi-Fi и компас. Навигация работает очень хорошо. Карты от Google и Яндекс показывают местоположение корректно. Смартфон поддерживает все современные стандарты связи. При этом имеет слоты под две микросим-карты. Основная фотокамера имеет разрешение 13 мегапикселей. Фронтальная камера 8. Приятным бонусом можно назвать наличие двух вспышек спереди и сзади. Скорее всего, у пользователей таких телефонов будет повышенная социальная активность. Ведь такой аппарат нужно использовать по назначению, а именно в Инстаграме, чему способствуют столь неплохие камеры. Видео можно снимать в HD формате. Правда, в Full HD только на основную. Как видим, фотографии выходят довольно качественные. Камера хорошо справляется даже при плохом освещении.
YouTube, потоковое видео, онлайн-ТВ и многое другое аппарат проигрывает без проблем. Наушники в комплекте, конечно же, желательно заменить на более дорогие, чтобы насладиться качественным звуком, но для телефонных разговоров их будет вполне достаточно. Подведем итоги. Как видим, в Lenovo получился довольно неплохой аппарат по умеренной цене. Кто-то его будет рассматривать как копию iPhone и искать недостатки, а кто-то будет пользоваться качественным и красивым со всех сторон телефоном. Выбор, конечно же, за вами. А нам остается сказать, что в наших руках был смартфон с неплохой аппаратной начинкой в своем ценовом диапазоне, качественной сборкой и очень оригинальным дизайном, о котором мечтают многие. Если вас заинтересовал Lenovo S90T или возникли дополнительные вопросы, звоните по указанным телефонам или заходите на наш сайт pulsepad.com.ua, а мы постараемся вам помочь приобщиться к современному цифровому миру самым подходящим способом. А также помните о преимуществах магазина PulsePad. Гарантия 12 месяцев, полное сервисное обслуживание. Быстрая доставка по всей Украине за 1-2 дня. Оплата товара при получении после его полной проверки. Полная предпродажная подготовка и настройка.